Наш город разный и многогранный. Здесь разрабатывали ядерное оружие, а в монастыре жил преподобный Серафим Саровский. Богатая история города насчитывает 330 лет. 28 августа Саров отмечает свой день рождения. Узнаем у саровчан, за что они любят свою малую родину. За то, что я здесь родился. Это мой любимый город. Я здесь учился, проработал 40 лет. Сейчас на пенсии. И люблю за его чистоту и красоту. Спокойный, чистый, хороший маленький городок. Нормальный город, хороший, красивый. За людей, за красоту, за все. У меня здесь и дети, и внуки. Так что мне нравится Саров. Я здесь прожил уже 40 лет. Поэтому уже мне это стало второй родиной. Так сказать, я ее полюбил, этот город, с самого начала, как только приехал сюда, после института. Он спокойный, тихий. Я очень часто ездил в командировки в Москву. Возвращаясь оттуда, конечно, попадал в тихую, провинциальную, хотя провинциальность уже не чувствуется. Это. В общем, мне нравится все в этом городе. Потому что я здесь родилась. Это моя родина. За это я его и люблю. Он теплый, хороший, любимый город. То, что красивый город, зеленый. В принципе, у нас много достопримечательностей, много речек. Очень красивый город, хороший, закрытый. Причем детки могут гулять здесь спокойно, ничего не опасаясь. Наш город очень достойный, красивый, чистый город. Таких городов очень мало в России. Красивый город. Мне здесь все нравится. Мне нравится спокойствие, уют. То, что детям маленьким, вот сейчас у меня внуки, да, и можно ходить в разные секции. И много... Где можно повысить им, ну, свой уровень? За то, что здесь хорошо и легко живется. И за то, что здесь очень много делается для людей. Ну, город достаточно чистый, ухоженный. Люди добрые, улыбающиеся, приветливые. Ну, для детей досуг организован на всех уровнях, причем начиная от развлекательной, заканчивая образовательным. Есть рабочие места, что немаловажно для людей, приезжающих за зоны работать, да. Ну, то, что идет постоянное благоустройство, это дорогого стоит. Спасибо городу за это. Многие жители города любят Саров уже просто за то, что здесь родились. Также многие отмечают его уютность, чистоту и безопасность, а также хорошие условия для проживания и развития.